Конечно, всегда. Всегда все приезжают с хорошим настроением в сборную. Не виделись месяц, не видел ребят, поэтому... Приехал с хорошим настроением и готовимся к двум играм. Я всегда говорил, что в сборной нет товарищеских игр, нет, все игры официальные. Во всех играх нужно выходить и побеждать, несмотря на соперника. Сборная Италии хорошего уровня, тем интереснее будет проверить себя на фоне такой хорошей сборной. Там много хороших футболистов, да, которые играют в ведущих клубах и Италии, поэтому много хороших футболистов на самом деле. Сейчас мы хорошо подготовимся, тренерский штаб расскажет нам, за счет чего мы должны обыграть этого соперника, и будем стараться гнуть свои линии и играть в хороший футбол. Конечно, мы смотрим, да, там, кто против нас играет, изучаем сильные, слабые стороны, но я считаю, что нам нужно акцентировать внимание все-таки на своей игре, на качестве игры. Если будет качество, я уверен, что будет результат. Футбол в первую очередь это для болельщиков, да, поэтому, конечно, приятно играть, когда полный стадион и болельщики тебя поддерживают. Мы играем для них, так что я надеюсь, что будет полный стадион, и мы порадуем нашу страну своей игрой.